мы сейчас идем на другую железную дорогу, да? Я уже говорил, что у нас некая организация заблокировала показ видео по России. Видео «Мостострой» было, да? Я не знаю, чего там такого, что нельзя смотреть в России. Я не поленился, пересмотрел свое видео еще раз. Я его уже загрузил в ВКонтакт, загрузил в нашу группу в Телеграме. Там пока у нас мало народу, но если у вас есть Телеграм, и вам интересно, что мы выкладывать будем, что не выходит на Ютубе, то вам туда. Ссылка есть под каждым видео. Последними точно. Видео там есть. Итак, вырубай, там вот парень сейчас пройдет. Сейчас. То есть заблокировали они вот это наше видео, да? Трип в Мостострой было, да? Я не знаю, что там. А есть люди, не верят, что еще вот остались такие дома. Может быть, из-за этого. Я надеюсь, но я не уверен. Может быть, вот из-за этого. Так, где я тут на мост лезу? Ничего криминального нету. Я лазил на других мостах, никто ничего не блокировал. Чуть не сказал, выключал. Мост, на котором я на велосипеде катался, по нему, вот здесь посередине. Смотри, аккуратно, вот это. Я знаю. Не плачь, бля. А вот это было круто, блин! Вообще жесть! Вот я лезу на мост, да? Вот. Я говорил, надо прикол лазить. Ну и что такого? Многие лазят на мост. Ну подумаешь, я на мосту, что такого? Нет, туда можно залезть. На самый мост имеется в виду. То есть вот там как раз специально вот, вот ухватился за эти, за ступеньки, за эти. То есть там, а эта платформа вон на ту, которая вон слева есть. Ну что там интересно? Это, конечно, все хорошо. А ты придумал, как оттуда слазить будешь? Люди вон снимают, они на вышке лазят. Я не вижу тут ничего криминального в этом видео, да? В общем, это видео я перезалил. Все. Когда-нибудь мы съездим. Сегодня не получилось. Туда и перепишем. Сделаем ремикс. Вырубай. Пойдем.